оценил, показав желтую карточку. 45 минут этот тайм, конечно, не продлится. Но вот пока у нас пауза, можем еще раз посмотреть это взятие ворот. Классную подачу выполняет Гранат. Ничего не скажешь. Удар-то, в общем-то, был прямо во вратаря. И если бы не поскользнулся Джанаев, думаю, что так или иначе он сумел бы этот мяч остановить. Вряд ли поймал бы, наверное, отбил бы как-нибудь. Но случилось то, что случилось.